же снова ваши руки. Начинался так, едва в глаза я залезал в контакт. Листал сверху вниз сводки новостей, пролистывал профайлы друзей моих друзей. Потом после душу чуть позже уже детально проверял френд-ленту. Уже же YouTube, Instagram есть, чтобы посмотреть. Я все грузочный груз, погружался в сеть. Но лидера моих для страсти бесспорно была отборная. Лёрнач, дороги читает трипы день. Так заходил мой день. Я интернет-зависимый, и вы интернет-зависимый. Вот на сети зависимы, мы интернет-зависимый. Я интернет-зависимый, и вы интернет-зависимый. Вот на сети зависимы, мы интернет-зависимый. Жена ушла, кошка умерла, фактура в телефон, паутина поросла. Я искудал щетиной за рост усы, не менял три месяца сос. Я убегал, убегал, время и река. Вся моя жизнь мне казалась днем сука. Я был в сети с головой пока. Мне не дотянулась помощь и рука. Уже я узнал из памятских писем о клубе анонимных интернет-зависимых. Я сразу понял, это мой шанс. Мы сняли лонку, и вот я здесь сейчас. Я знаю, что в игре с любого рода манией решение проблемы начинается с признания. Возьмем друг друга за руки. Сегодня день обязан. Ребят, сегодня день народного единства. Давайте возьмем друг друга. Возьмите друг друга за руки. Возьмите, возьмите, не стесняйтесь. Возьмите даже тех, кого вы не знаете за руки. Вы тоже возьмите кого-нибудь за руки. Возьмите, не стесняйся. Возьмите, поднимите их наверх. Да-да, больше и больше рук. Возьмите друг друга за руки, ребят. Не так часто представляется такая возможность. И можно не вставать по кругу, но с поднятыми руками, честно. И сначала тихо близнаемся друг к другу. Держим, держим, держим руки. Я интернет-зависимый.